Уходите. Останьтесь, останьтесь. Останьтесь. На минуту, вот. Сегодня у нас фестивальная премьера «Золото Рейна». Заезжает дирижер с знаменитостью, премьер-министром первым ряду. И одна молоденькая певица тоже занята в спектакле. Ее зовут Сара. Она поет «Велигон». Это в самом начале хорошая партия для нее. На ней она может вырваться. Ну, ужасно, когда приходится вырваться на Вагнера. Но тут уж выбирать не приходится, а то получится не там. Не там. Контрабас. Контрабас. Это я сам. Если угодно мы, мои коллеги, я сам. Когда раз 12, это уже сила. Скажу я вам, большая сила. С 12 контрабасистами, если они захотят, не сладить целый оркестр, даже просто по звучанию, им это не по зубам, а без нас, не обойтись. Спросите любого. Любой музыкант подтвердит, что оркестр всегда обойдется без дирижера. Советы, оркестры существовали без дирижера. С точки зрения истории музыки, дирижер, изобретение новейшего времени, 19 век, в свою очередь, готов подтвердить, что даже в государственном оркестре мы играем порой абсолютно независимо от дирижера или вопреки ему. Мы иногда играем вопреки ему так, что он этого не замечает. Позволяем рисовать в воздухе что угодно, а сами отбиваем так ногой. Это наш тайный радости. Слова мне передашь, но это в скобках. Контрабас в основании оркестровой структуры. На нем держится весь оркестр, включая дирижера. В сущности это знает каждый, но никто не соглашается открыто, поскольку музыканты по натуре своей ревнивы. Что стало с нашим концертмейстером? С его скрипкой? Если бы его заставили признать, что без контрабаса он стоит на сцене, как голый король. Бледным он тогда имел вид, очень бледный. Но я выпью глоток. Если угодно мы, мои коллеги, я сам, а все остальное на другом полюсе. Вообще полюсом оно делается лишь благодаря басам. К примеру, сопрано. Позволь себе обратиться к опере. У нас сейчас в опере молоденькая певица. Девушка когда-нибудь достигнет очень больших высот. Если я что-то понимаю в музыке, она достигнет очень больших высот, и мы способствуем ее успеху. Мы, музыканты оркестра, в первую очередь играющие на басах, значит, я. Значит, прекрасно. Контрабас и сопрано, как нечто наиболее противоположное друг другу, и является, пожалуй, является тем самым противоположным полюсом, с которого, или которому, или так, в единении, с которым контрабас и сопрано рождает музыку.
Моим инструментом вообще-то самое главное это смычок. Работа по-прежнему. Сегодня он стоит очень дорого, купили его по дешевке. С ума сойти, как подскочили в последнее время цены. Вообще вся оркестровая музыка двух столетий поистине покоится на плечах четырехструнного контрабаса. И эта музыка решила судьбу трехструнного контрабаса. Он исчез навсегда. Хотел, в общем-то, жаль. Оглянуться кругом. То, что на самом деле лучше, умирает, ибо противоречит со временем. А время сметает все. В нашем случае я уволил, вырезали классики. Это они беспощадно уничтожили все, что противостояло их воле. Хотя наши классики были сами по себе вполне порядочными людьми. Шуберт букашек не смог победить. А Моцарт, хотя и бывал порой нервный, был с другой стороны весьма тонко чувствующим человеком, не способным ни на какое насилие. Как и Бетховен, кстати, сколько он роялей разнес, но ни разу не поднял руки на контрабас. Он вообще не играл на струнах, противоположно Моцарту, который играл на скрипке почти так же хорошо, как на рояле. Цинбиаду можно было поставить разве что Шуберта на худой конец. Но Шуберт не писал скрипичных концертов, да, и не был в этом деле виртуозом. Да, Шуберт уж точно не был виртуозом. Можете себе представить, Шуберт и виртуозом? Я лечу нет. У него был довольно приятный голос, да, да, но на солист он не тянул, разве что в хоре. Одно время пел он в вокальном квартете каждую неделю. Кстати, вместе с Нестором. А, густой баритон у Нестора, Шуберта. Впрочем, это к делу не относится. Если вас заинтересует регистр шубертовского голоса, вы, я полагаю, без труда отыщите это в любой биографии. Не нужно вам все это рассказывать. В конце концов, я не музыкальный справочный бюро. Контрабас! Контрабас. Единственный инструмент. Слышит его лучше, чем дальше от него находишься. Это порождает проблемы. Проблемы. Взгляните, у себя дома я выложил все акустическими плитками. Стены, пол, потолок, дверь обита изнутри, снаружи, окна с двойными специальными стеклами. Рама тоже гасит звук. Обошлось целое состояние, зато звук гасится примерно на 95%. Вы слышите шум города? Не слышите? Ведь я живу в самом центре. Не верите? Не верите? Минутку! 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 Вот! Видите? А, слышите? А, чудовищно! По уровню шума сравнимо разрешу с дедом! Вернется! Чудовищно! А, слышите? Слышите? А, можно теперь закрыть. Ну, как вам нравится моя звукоизоляция? Остается лишь удивляться, как люди жили раньше. Вагнер пишет, что во всем Париже на каждой улице работал жестянщик. Вообще-то к Вагнеру я отношусь достаточно скептически. Что? Увертюра к Валькирии? Увертюра к Валькирии? Увертюра к Валькирии? Увертюра к Валькирии? К тебе, как будто подкрадывается огромная акула! Контрабас и виолончель в унисон. Из нот, что стоит в партитуре, мы играем, дай бог, 50%. При этом безумным темпе абсолютно невозможно сыграть. Понимал ли это Вагнер, неизвестно. Скорее всего, нет. Он вообще презирал оркестр. Отсюда и убежище Байрета, якобы по причине лучшего звучания, а в действительности с презрением к оркестру. Для него самое главное были шумовые эффекты. Ведь это музыка для театра. Понимаете? Для театра. Да, 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 да. Шестой Бетховен тоже самое. Последний акт Ригалетто тоже самое. Если даже начнется гроза, они вписывают партитуру бесконечные значки, которые ни один бас в мире не способен воспроизвести, ни один бас. Считается, что мы многое можем вынести. Мы и так вынуждены напрягаться больше других. После каждого концерта я весь поту. Всякий раз приходится менять рубашку. Да? За оперу я теряю в среднем 2.